Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП. ВВП прогнозирует в текущем году сохранение темпов роста мирового ВВП на уровне 3,1%. Прогнозы на 2019-2020 годы подтверждены на уровне 3% и 2,9% соответственно. Всемирный банк прогнозирует в 2018 году сохранение темпов роста на уровне 3,1%. Как и в 2017 году, об этом говорится в июньском обзоре ВВП «Глобальные экономические перспективы» Global Economic Prospects, GEP. Прогнозы на 2019-2020 годы подтверждены на уровне 3% и 2,9% соответственно. В текущем году рост экономики в развитых странах, как ожидается, составит 2,2%, а в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком – 4,5%, что соответствует январскому прогнозу. В 2019-2020 годах темпы роста составят в развитых странах, соответственно, 2% и 1,7%, в развивающихся – по 4,7%. Прогнозы роста экономики США Всемирный банк повысил по сравнению с январской оценкой на 0,2% для текущего года, до 2,7%, на 0,3% для следующего, до 2,5%. В 2020 году предполагается ослабление подъема до 2%. Ожидания для экономики еврозоны не изменились. В 2018 году рост на 2,1%, в 2019 году на 1,7%, в 2020 году на 1,5%. Также Всемирный банк повысил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в текущем году с 4% до 4,3%, в следующем с 3,9% до 4,2%, в 2020 году с 3,8% до 4%. Нефть, по оценкам ВВП, в 2018 году может подорожать почти на треть, 32,6%, вместо ожидавшихся в январе 9,4%. В 2019 году среднегодовая цена, вероятно, уменьшится на 1,4%, в 2020 году почти не изменится. В долгосрочной перспективе прогнозируемое снижение мирового спроса на сырье может ограничить перспективы роста цен на него и, соответственно, будущего роста экономики стран, экспортеров сырья. НБУ передал часть резервов в управление Всемирного банка. Напомним, ранее Всемирный банк подтвердил прогноз по ВВП Украины на уровне 3,5%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.